Ростове идет конкурс местных инициатив. В рамках реализации приоритетного проекта «Село, в котором я живу», проводится конкурс на отбор местных инициатив, в ходе которого 10 лучших народных идей получат прямую финансовую поддержку в размере не менее 2 миллионов рублей. При этом обязательным условием должно стать софинансирование из муниципального бюджета в размере 10% и вклад граждан 1%. Участниками конкурсного отбора могут быть сельские поселения с населением до 1000 человек. Отмечается, что конкурс проводится в два этапа. Это муниципальный, который завершился 15 марта, и республиканский. Он продлится до 15 апреля. Уполномоченным органом по организации проведения республиканского этапа является Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. На региональный этап Пихемский и Кахемский районы подали по 5 заявок. Судхольский, Тесхемский и Барунхемческий районы – по 4. Терехольский и Эрзинский районы – по 2 заявки. А остальные районы представили по 1. Победителями конкурсного отбора признаются местные инициативы, набравшие по результатам итоговой оценки наибольшее количество баллов.